It's alive! Alive! Roar! Франкенштейн. Обсидиан Мажорис. Оу, кто это? Салам и всем, друзья! Меня зовут Иван, вы на канале 2 HitPoint, и сегодня мы посмотрим на игру The Nightmare Quest. За окном Хэллоуин, ночь, на экране монитора, конечно, должна быть какая-нибудь страшная игра. Я выбрал эту, давайте-ка глянем, испугает ли она нас или нет. По-моему, я сказал вместо ананас... А, ну, ананас, да, так и получается. Так, enter your name. My name is... Витя. И я живу в Канаде. Welcome to the Nightmare 2 HP. Добро пожаловать. Кошмар, кошмар. Ночь Хэллоуина, Нью-Йорк-Сити. Итак. Посмотреть на постер. Мы опять собираемся смотреть какой-то страшный фильм? Ненавижу хорроры. Маркус. Come on! Да не будь ребенком. Мы вообще могли бы веселиться на какой-нибудь... Хэллоуинской вечеринке сегодня ночью, но вместо этого мы идем смотреть на атаку зомби. Что ты думаешь? 2 хп. Да, давайте пойдем на Хэллоуин вечеринку. Да, этот фильм должен быть крутой. Да, пойдем на фильм. Что за Элис? Что это было? Что это такое? Инспект. Инспект это... Инспектировать. Что это было? Выглядит как какого-то рода портал. Мы должны туда войти? Нет, это не выглядит безопасно. Нет. Да, пошли. Нет, ну кто уходит в портал? Вы что? О, нет, он нас засасывает! Нет! Вот так попали мы в какой-то лес. Что это за место? Что происходит? Где мы? Что-то говорит мне, что мы больше не в Нью-Йорке. Это звучит... Звучит страшно. Эй, ребята, вы это слышали? Похоже на бензопил... А, господи! Будда Слеер. Гехар Выгрх. Мы должны отсюда выбираться. Окей, пойдем. Угу. Так, где это мы? Бумстик. Хелмусга, он почти нас достал. Элис, что это за сумасшедший парень? А где мы сейчас? Выглядит как будто библиотека. А давайте осмотримся. Давайте осмотримся. Inspect bookshelf. Эш. Эй. Это некроманикон? Я искал его очень долго. Дай-ка мне сюда. О, конечно. Спасибо, чувак. Ты кто? Я... Избранный Эль-Хефе Эш. Шеф Эш. Эш Уильямс. Я убил армию темноты, спасая человечество. Армию чего? Окей, неважно. Что это за место? О, это место. Мы называем его ночным кошмаром. Это где все страхи воплощаются в реальность. Ночным кошмаром? И как отсюда выбраться? Я не знаю. Так что мы застряли здесь навсегда? Знаете, ребята, может вам улыбнется удача. Мне кажется, должен быть способ, но вам понадобится обсидиан мажорис. Что такое обсидиан? Обсид что? Обсидиан мажорис. Это книга... которая вам нужна для того, чтобы вызвать черный портал. Если вам повезет, то вам удастся вернуться, откуда вы пришли. Маркус. То есть ты даже не уверен, сработает это или нет? Нет? Какой молодец. И как нам найти Obsidian Majoris книгу? Ну, вот это проблемка. Есть какая-то штука под... Брейн замком, Каунт Орлок, это король,
который охраняет ее, так что достать ее будет нелегко. Может, нам поговорить с этим Каунт Орлоком, и он, может, даст нам эту книгу? Конечно, ребят. Однажды, найдя Obsidian Majoris, принесите его мне, и я попробую вернуть вас домой. Очень интересный сюжет. Я прям даже не знаю. Это что такое? Old Forest? Laboratory? Library? Trinket... Давайте пойдем, конечно, по порядку. Это лес. Ничего не нажимается. Черепок какой-то. Кэрри. Я расстроена. Я не могу найти свою тиару. Я промкоролева. И мне нужна моя тиара. Эта девчонка сумасшедшая. Оу. Пинхед. Я не могу... Я не могу выдержать ее постоянного плача. Пожалуйста, найдите ей ее тиару. Это будет полезно, пожалуйста. Что это такое? Шило какое-то. Окей. У нас есть лаборатории. Я так понимаю, этот черепок — это какого-то персонажа вызывать, который на этой локации есть. Оно почти живое. Мне еще нужно несколько частей. Быстро метнись и принеси мне руку. Доктор Вест. Ага, сейчас метнулся, конечно. Руку? Как ты вообще себе это представляешь? Не тратьте мое время на вопросы. Просто найди, иди и принеси мне руку. Ты вообще простой такой, конечно. Лайбери. А в лайбери кто? А в лайбери Эш, Obsidian Majoris, я понял. Obsidian Majoris, это я понял. Это что такое? Trick or treat. Trick or treat, это, мне кажется, когда американцы в праздник вот этот свой Хэллоуин празднуют, они ходят, каледуют, и когда стучатся в дверь к незнакомым людям, незнакомые люди открывают им, собственно говоря, kindly дверь, ну, знают, что там будет на самом деле. И вот, типа, смерть или конфетка, и вот эквивалент этой фразы, точнее, вот они говорят trick or treat, вот, а переводится это как, типа, смерть или сладость, или там смерть или конфетка, что-то типа того. Вообще похоже на какой-то магазин. Razor Blade. Вкусное красное яблоко с лезвием, воткнутым в нее. рот полный крови. Удивит вашего доктора, короче, что-то такое. Короче, ладно. А здесь кто-то есть, да? Мистер Скрим. Trick or treat. Как я могу вам помочь? Выглядит, как будто у вас выкупили все вино. У меня вообще почти все выкупили. Кажется, что мне нужно немножко вина из Брейн замка. Yeah, sure. Окей, я вам помогу. Окей, но там есть специальный рецепт, и нужно смешать три вида вин вместе, чтобы создать ультимативный аромат. Но у меня нет этого рецепта. А как ты хочешь, чтобы я тебе помог, если ты даже не знаешь, что тебе нужно? Ты интересный такой вообще? Wednesday, да, девочка. Девочка среда. Среда. Wednesday? Tuesday, Monday. Monday, Tuesday, Wednesday. Девочка среда. На что ты пялишься? Почему ты одна на кладбище? Тебе не страшно? А почему мне должно быть страшно? Люди, ходящие в масках по улицам, гораздо страшнее. We'll be going. Окей, мы уходим. Так, Брейн... О, Бран Касл. Замок Брантов. Человек в маске. Я не могу дать вам пройти через ворота. Предложите мне хороший подарок, и, может быть, я изменю свое мнение. Козлин ты, поганая. Маркус. Как мы можем поговорить с Каунтом Орлоком, когда какая-то задница охраняет его ворота? Asshole. Cinema. Hello. I want to play the game. Beetlejuice? Серьезно? Эй, ребята, привет, я в ловушке. Этот маленький кусок говна приковал меня наручниками к мусорке и заставляет... И заставляет меня смотреть... Нет, приковал меня к наручникам и заставляет смотреть какой-то мусор. Вы должны найти ключи. Может, вот эта штука вам поможет открыть наручники?
Эй, сработало! Знаете что, у меня есть кое-что для вас. Возьмите. О, тиара. Ёлки-моталки. Тиара. Вот здесь нужна тиара, да? На что ты пялишься? Нет, подожди. А где тиара-то была? Что-то я не помню. Здесь, что ли? А, вот. Смотри, что у нас есть, для тебя. О, спасибо! Я дам вам за это кровь свиньи. Что? Кровь свиньи? Ты серьезно? Пинхед. О, спасибо, что заткнули ее. Да, пожалуйста, чувак, обращайся. Кровь свиньи? Ты серьезно? А зачем мне кровь свиньи? А в магазине была... А, кровь семьи, да. Семьи. Фу, свиньи. Похоже, у тебя нету крови свиньи. Так у меня есть кровь свиньи для тебя. О, спасибо большое за кровь свиньи. Нате вам яблоко с лезвием. Окей, давай нам яблоко с лезвием. Хорошо. Зачем нам яблоко с лезвием? Кому мы дадим яблоко с лезвием? О, ему, да? Вам может показаться вкусным это яблоко? Ям-ям. Это сработало. Вы можете пройти. Ужас какой. Так. Не похоже, да, эта игра на то, что здесь можно что-то так вот кликом найти, нажать. Здесь нужно именно через персонажей разговаривать. Вот тебе есть персонаж. Давайте поговорим. О, Каунт Орлок. Добрый вечер. Какова цель вашего визита ко мне? Мои друзья и я засосались в портал. И что, вы не наслаждаетесь нахождением в кошмаре? Это ужасно. Все тут какие-то бесконечно странные. Если бы могли дать нам обсидиан мажорис, мы бы вернулись обратно. Ага, без шансов. Вы никогда не вернетесь домой. Вы застряли в ночном кошмаре навсегда. Вы можете даже вырыть себе могилы, потому что они вам понадобятся из ночного кошмара не выбраться живыми. Вот, возьмите это. Лопата. Пойдем выроем себе могилу. Мне кажется, это прям подсказка. Вы можете себе представить, этот козел Орлок говорит нам, что нужно вырыть могилы, потому что мы не выберемся живыми из ночного кошмара. Девочка Среда. Вы сказали могилы? Это же мое хобби, серьезно. Дайте-ка мне лопату, я вам покажу. Окей, на. Спасибо, это вообще прикольно, забавно. Когда люди... Мне нравится видеть, во что были одеты люди перед тем, как их опустили на 6 футов под землю. Что-то типа того. О, выглядит как скелет, но не совсем еще разложенный. Вот возьмите свежую руку. О, свежая рука нам же нужна была, да? О, господи, меня сейчас стошнит. Что вам еще раскопать? О, нет, спасибо, спасибо, больше не надо. Пойдемте, я знаю, куда нам руку нужно кому дать. Так, чувак, успокойся, мы нашли тебе руку. Превосходно, давайте мне ее сюда. Держи. Замечательно, мое существо практически готово. Еще мне нужна одна деталь. Метнитесь и принесите мне человеческий мозг. Ты заколебал вообще тебе. О, господи, Гераха. Бежим. Буба Сейвьер. Буба Сейвьер. Элис, фу. Он почти нас достал. Мы должны быть аккуратней. Что это? Маркус? Маркус! Эй, Маркус! Не кричи так. Этот сумасшедший парень может опять вернуться. Не беспокойся. Мы найдем Маркуса. Пошли скорей. И чего? Так, где он на нас напал? В лаборатории? Это не лаборатория. А здесь что? Это обсидиан мажорис. Нет, я понял. Синема. Мы же Битлджуза освободили. Ты кто такой? Донни и Дарко. Вы, ребята, как раз вовремя. It's about to kill the latest... Джигсо сейчас как раз убьет свою последнюю жертву. Садитесь и наслаждайтесь своим зрелищем. О, нет, пожалуйста, помогите мне. Хе-хе-хе-хе. Я хочу поиграть с тобой в игру.
Даже есть только один ключ, который освободит, который откроет это устройство. Живи или умри. Решайте вы скорее. Не так много времени, пожалуйста, помогите мне. Что такое? О, это же игра. Это игра. Я люблю эту игру. Я пройду эту игру. У меня, правда, плохая память. Но я постараюсь. Эта кошка была здесь. Человечек был здесь. Рука была вот здесь. Паутинка здесь. Ключ. Вытащите меня скорее. Снимите с меня эту штуку. У меня ключ есть. О, спасибо вам большое. Вы спасли мою... pitiful life. Жалкую жизнь. Жалкую жизнь, да. Поздравляю. Че это такое? Камера без батарейки? Камера без батарейки? Серьезно? Ну окей. А зачем нам камера? Зачем нам камера? А здесь чего я забыл уже? Pinhead. Что тебе нужно? Что можете рассказать об этом лесу? Лесе. Об этом лесу. Об этом лесу. Об этом лесе. Ой, я не знаю, как сказать. Это дом для блэйровских ведьм. Легенды говорят, что она... А, для ведьмы одной. Легенды говорят о том, что она ответственна за создание темного портала, который соединяет кошмар и мир вне. Ее магия не может быть увидана невооруженным глазом. У меня камера есть. Камера — это как раз невооруженный глаз. Вы, кстати, знали, что, типа, если вы хотите увидеть, не знаю, НЛО, то на небо лучше смотреть через объектив камеры, потому что мимикрия НЛО, оно работает как раз-таки на мозг, вот, напрямую, и мутит сознание, вот, а через объектив камеры она не работает, поэтому через объектив камеры можно много чего увидеть. Так, здесь нужен нам будет мозг, лаборатория. Так, фу, лайбери, господи, не лаборатория, на это. Библиотека. Библиотека, здесь что-то ничего не... В дружью какое-то, бумстик. Но я... Эш, ему все, обсидиан мажорис нужен. Так. Здесь вроде все. Вино ему нужно, могу тебе помочь. Могу взять вино там. Три вида вина, но у меня нет рецепта. Ты молодец, конечно, вообще. Я думаю, вы спасли моего дядю, Анкл Фостер. Это правда, они спасли мою жизнь. Эй, возьмите это. Это... I only wear black away. Что? Ну, короче, возьмите вот это. Не знаю, как там переводится фраза. Бантик. А где нам нужен был бантик? Мне кажется, я надеюсь, что этот мир скоро падет. Я не могу что-то знак с ружьем, потому что... Что ты сказал? Ну, короче, он что-то сказал, и ему теперь что-то нужно. Я не знаю. А, вот тут есть тоже какой-то персонаж. Аннабель. Эй, гляди, что у нас есть. Нате вам винишко. Ой, здорово. Винишко есть. О, теперь можно, короче, налить. Всего три. Ну, там нужно в какой-то последовательности налить, да? А какая у нас последовательность, мы не знаем. И даже он сам не знает. Добрый вечер, кого тебя живет? Мои друзья попали в портал. Дайте нам мажорис. Здесь только один ответ, да? Мухаха, вам не спрятаться. Хорошо. Хорошо, нам тогда нужна камера и бутыль. Может, в библиотеке есть... Обсидиан мажорис. Да ты... О! Орлок Фэмили, вино, рецепт, который много лет... Смешайте три вина вместе. Короче, один dash of wine, Винсент... Короче, Муре, Ноир и Роуг. Finish with one drop of more. 1, 3, 2. 1. Ай, подожди. 1 муре, 3 ноэра, 2 рог и 1 муре. Муре, ноэр, 1, 3, 2 и 1 муре.
Пойдем так и смешаем. Пока я не забыл. Один муре. Три нойр. Два рог. И капелька муре. Еееее! Все, пойдем отдавать нашему, собственно говоря, магазинчику. Trick or treat! Гляди, у нас вино для тебя. Замечательно! Теперь мой магазин полон товаров. Спасибо за помощь. Ты мне ничего не дашь? Ты охренел, что ли? Я зачем тебе помогал тогда? Эй, а да где Маркус? Куда он ушел? Я надеюсь, он в порядке, господи. Он в рот. Leatherface. Как его? Кожа на голове. Бежим, бежим, скорее, бежим, 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 бежим. Я ненавижу этого урода. Фу. Какого черта? Почему он носит Маркуса лицо? Мы должны выбираться из этого кошмара. Почему у него лицо Маркуса? Какой кошмар. Неужели это было лицо Маркуса? Я не узнал его. Вот это парень, я не знаю, там у него какая-то фраза, я не могу ее перевести, к сожалению. К сожалению. А что она говорит? I love sleeping, it's like being dead without the commitment. Мне нравится спать, это как сон, это как смерть, только без последствий. Только без... Как смерть, только без смерти. Так, Эш. Мы не можем найти Маркуса, это тупая книга все еще. Что? А, мы все еще не нашли... Где там Маркус увидел? Мы все еще не нашли эту тупую книгу. Мы встретились, столкнулись с бензопилой, и он убил Маркуса. Хм. Звучит как кожанолицый. Еще тот, скотина. У меня идея. Возьмите мое бумстик. Что? Что такое бумстик? В следующий раз, когда он вас атакует, вы его застрелите. Бумстик от ружья. А, это вот этот... А, бумстик, да вон же, господи, ружье. Сорян за вашего друга. Хорошо. Хорошо, нам теперь надо, короче, нарваться на этого чувака. Что вы хотите? Что вы можете рассказать про... Это я читал. Это я, лаборатория, нам нужен мозг. Нет, мозга у нас, лаборатория. Библиотека. Нам только что выдали ружьишко Trick or Treat. Он нам ничего не хочет теперь помогать, зараза такая. А что там есть? Как бы он давал, мы ему дали ружьем. Не ружьем. Ведро с кровью, с виной. Он нам давал яблоко с этой, и мы ему дали вино. В этой связи вообще ноль, что-то я не пойму, к чему это все было. Его имя Маркус, козел. О чем он говорил? Ой, это надо было прочитать. Я ненавижу, короче, это место, ненавижу тебя. Выстрелите из него в камон, камон, выстрелите из него и закончите этот кошмар наконец-таки. Это будет самой большой ошибкой. Я сама тьма. Я страх. Я самое худшее, что есть. Короче, давай застрелим его. Куда он подевался? Мы его убили? Хм. Выглядит, как будто трон сдвинулся. О, действительно. О, смотрите, у меня сколько предметов. Камера, ключ и ружье. Только с символом ведьмы и прикосновением смерти проснется от своего сна. Окей. Я о чем? Я не против. Пусть просмотрит, я замок вижу. Опа! Мачете. Мачете? А зачем нам мачете? Раз нам где-то нужно было мачете? Джейсон. Я нашел. Откуда ты? А я что-то не... Я не видел его. Don't kill me. Я нашел твою мачете, пожалуйста, не убивай меня. Мозги. Я даже не хочу спрашивать, откуда он его взял. Да, я тоже не хочу. Мы все знаем, откуда берутся мозги.
Замечательно, мое существо практически готово. Нам просто нужно еще одно. Метнись... Make haste... Классное, кстати, выражение. Метнись и... retrieve the human brain. А, не, принеси мне... Мозг. На тебе мозг. Превосходно. Самый последний шаг. Включи питание, чтобы создать мое существо. Включаем питание. It's alive! Alive! Roar! Франкенштейн. Здравствуй, Элис. Эй, привет! Нет, эй, смотрите. Кажется, электричество зарядило видеокамеру. Окей. То ли она дала камеру Франкенштейну, и он как бы через себя зарядил камеру, не знаю. Но в любом случае камера у нас заряжена, и я знаю, куда ее юзануть. Типа там без невооруженным глазом, а теперь глаз наш вооружен. Типа того, пожалуйста, нать, получите. Чпоньк. Взять знак... Господи. Ведьма из Блэр. Ахр. А, бежим! Ну, типа мы убежали. Бежим, бежим. Так, ружье и знак ведьмы. Хорошо. Превосходно. Этот мне все еще не уже. Так, кино. Что-то мы в кино давно не были. Окей. Замок. В замке вроде нету ничего. Ну, пойдем посмотрим еще. Господи! Leatherface. The Boomstick has... О! Застрелим его, застрелим! Как? Господи, как будто все быстро, я даже не успеваю соображать. Мне кажется, он мертв. О, это... Вы только что подобрали лицо Маркуса? So gross. That's so... Что такое gross? Нет, я знаю, что такое gross, но в рамках вот этого, вот этой фразы, как-то совсем не то значение у меня получается. Так, у нас есть символ ведьмы. И теперь есть прикосновение смерти. Что бы это могло значить? Или нет? Ну, хрен знает. Так, пойдемте тогда вот сюда. Нет, здесь же нет никого. Это не то. Лаборатория. Франкенштейн. Посмотрите на Франкенштейна. Он же превосходен. Да, конечно, он превосходен. Мне нужна ваша помощь. Конечно, что вам нужно? Конечно, тебе руку принес и мозг принес. Давай мне помогай. Вы можете оживить нашего друга? Да. Но нам нужна будет частичка его крови, короче. Вот это то, что нам нужно. Хорошо, хорошо, давайте посмотрим. Ну, короче, давайте. Аргр! Май серум... что такое серум? Короче, моя машина сработала, Маркус был оживлен. О, Маркус, привет! Простите, доктор, но мне кажется, он все еще мертв. Он чертов зомби, подожди. Маркус... подожди, Маркус... Маркуса коснулась смерть. Мы должны двигаться к могиле. Так, пошли. Чего бы нет-то? Прикосновение смерти есть, знак ведьмы есть. Давай. Все еще нужно это, да? Открыть могилу. Взять... О, обсидиан мажорис! Обсидиан мажорис! Еее! Мы сделали это наконец-таки. Обсидиан мажорис. Оу, кто это? О, господи. Бежим, бежим, бежим. Носферату. Этот вампир похож на самого старого из реальных упырей. Если не смотрели фильм, обязательно посмотрите, он дико смешной. Ох, я не могу поверить, что мы это сделали. Так, обсидиан мажорис. Все, в библиотеку. Чувак, у нас есть обсидиан мажорис, держи. Давай посмотрим. Короче, чтобы вернуться, нужно поговорить с каким-то богом... богом... кошмаров. Богом кошмаров? Да, тут говорится, что бог кошмаров создаст портал, и вы вернетесь домой, с помощью которого вернетесь домой. Так что я уже призвал его. Ну и как это работало? Поговорить с богом кошмаров. Франк. Итак, вы призвали меня, Элис.
Вы бог кошмаров? Почему вы носите такой тупой кроличий костюм? Почему вы носите такие тупые человечьи костюмы? Не слушайте ее. Нам нужно уйти из ночного кошмара. Вы верите в... Как она? В путешествие во времени. Путешествие во времени? Что если я вам скажу, я могу вернуть вас назад во времени в Нью-Йорк. Прямо перед тем, как вы вошли в темный портал. Да, давайте вернемся во времени. И никогда больше не будем здесь. Четвертое измерение времени стабильная конструкция, которая не imperitable. Есть шанс, что портал не сработает, и, короче, хотите рискнуть? Что-то типа того. Как? Очень хорошо. Войдите в темноту. Эш. Ладно, ребят, повеселиться вам. Пока, Эш, спасибо за помощь. Войти в кошмар во времени. Да, у нас получилось. Мы снова в Нью-Йорке. Она сработала. Ей, Маркус! У меня лицо болит. Лицо болит. Ну, конечно, ты был мертв и теперь жив, Маркус, с возвращением к жизни. Видите, я вам говорила, что нужно было ехать на вечеринку Хэллоуина. Я больше никогда не буду смотреть страшилки. Скорее пошли отсюда. Да, это была сумасшедшая ночь, пошли. Подождите, Франк. Франк сказал, кусок кошмара может последовать за нами. Вы что-нибудь видите? Я не думаю, что мы в безопасности. Этот саунд. О господи! Будда Сейер. Понятно, кэст. Что такое кэст? А, это, короче, персонаж. Я не знаю, Эш Уильямс. Но некоторых знаю. Это какие-то вот, типа, злые персонажи из страшилок, из всяких... Господи, из кошмаров. Из хорроров. Вот. Вот такая, собственно говоря, игра. Ну, нормально так. Один раз она меня всерьез... Так этот напугало, то что было неожиданно, и то я испугался, потому что вчитывался и в тексты, и у меня там процессы перевода в голове крутились, вот, и поэтому, когда ты там сосредоточен, тишина, и выскакивает скример, ну тут не испугаться вообще нереально. Вот такая вот игра, посвященная Хэллоуину. Спасибо, что смотрели мое видео. Игра была Nightmare Quest. Ставьте нравится, подписывайтесь на канал, и до встречи в следующих выпусках. Счастливо!